Итак, добрый вечер. Добрый вечер. С вами Николай Мрачковский. Рад вас приветствовать на нашей очередной встрече. И сегодня мы продолжим с вами, вернее, зафиналим тему, которую начали полгода назад, прошлым летом. Мы с вами начали разбирать тему психологии влияния в бизнесе на основе книги Роберта Чалдини «Психология влияния». Напишите, пожалуйста, кстати, кто читал, кто не читал эту книгу. Сейчас мы с вами чуть-чуть пробежимся по тому, просто буквально я оперативно вам напомню какие-то вещи, которые мы изучали, и не смог с нескольких попыток, но отлично. Вот если не смогли, значит, все самое ценное вы для себя сейчас почерпнете. Книга, на мой взгляд, на самом деле является очень и очень ценной. С точки зрения того, что она дает практические вещи, практические психологические законы, принципы и так далее, которые, зная которые, ты можешь существенно выигрывать в бизнесе. Но не только в бизнесе, конечно, книга не только про бизнес. Но мы будем разбирать в первую очередь законы, которые так или иначе соприкасаются с бизнесом. И почему это происходит? Давайте вот вкратце мы пробежимся очень быстро по прошлым темам, что люди очень перегружены сегодня, время ограничено, эмоции зашкаливают, напряжение высокое, и очень часто при выборе чего-либо, выборе, что покупать, к какому специалисту обратиться и так далее, мы не в состоянии это обдумать. И мы принимаем решение на автопилоте. Так вот, этот самый автопилот, по которому мы принимаем решение, он действует на основе определенных законов. Собственно, вот эти самые законы психологии влияния и описывает. Но один из принципов, если помните, мы с вами разбирали такой фундаментальный для бизнеса принцип, принцип контраста. Но сам эксперимент вот здесь у вас на картинке сейчас отображен, что если мы берем две руки, суем их одну в холодную воду 0 градусов, другую в горячую воду, ну или очень теплую 45 градусов, потом обе руки поднимаем и засовываем обе их в тазик с температурой 20 градусов. Как вы думаете, что в этот момент произойдет? Что в этот момент произойдет с человеком и вообще как, что он ощутит? Ну, такой достаточно интересный эффект, потому что на контрасте та рука, которая была в холоде, ей будет очень горячо, а та, которая была в горячей воде, ей будет очень холодно. И при этом это будет происходить одновременно, то есть глаза показывают, что вода-то одинаковая, температура одинаковая, а ощущение тела говорит, что что-то совсем другое. Да, когнитивный диссонанс. Так вот, такой принцип контраста очень сильно работает в бизнесе. Мы с вами разбирали это на чашечке, на примере с чашкой кофе, что для того, чтобы нам эффективно продавать более дорогие продукты, более дешевые, вернее, продукты, нам нужен более дорогой. Ну, в примере с чашечкой кофе, для того, чтобы нам лучше повысить продажи именно средней чашечки кофе, мы добавляем большую. Для того, чтобы в нашем каталоге нашей продукции нам больше продавать дорогой или высокомаржинальной продукции, мы добавляем что-то еще более дорогое, не особо ожидая, что это будет хорошо продаваться, какой-нибудь условно золотой унитаз. Но мы за счет этого на контрасте повышаем привлекательность более доступного варианта. То есть это то, что мы должны использовать в наших брошюрах, каталогах, прайс-листах и так далее. Когда мы предлагаем что-то клиенту, с чего нам начинать? Дорогое или дешевое сначала предлагать? Что происходит? Да, можете написать ваши варианты ответов, прежде чем я озвучу. Да, конечно же, совершенно верно, дорогое, потому что вспоминаем принцип контраста. То есть, если мы сначала предложим дешевое, на его фоне дорогое будет смотреться уже некомфортно. И наоборот, когда мы сначала предлагаем недорогой продукт какой-то, то условно золотой унитаз, то потом на фоне него самая обычная сантехника стоимостью там какой-то достаточно
адекватной, будет выглядеть уже гораздо более доступной. Дорогим можно убить, совершенно верно, если это будет неадекватно дорого. То есть, если это будет совершенно за пределами реальности клиента. Но если это будет как бы в его реальности, ну, условно, если человек пришел покупать Лада Калина, а ему предложить Бентли, это его может убить, потому что это не в его реальности совсем, и он, ну, ощущение будет, что я куда-то не туда попал. Это не про меня. Но если он пришел покупать Ладу Калина, и мы предлагаем сначала ему максимальную комплектацию, а потом начинаем откатываться назад, это будет очень даже адекватно. То есть, понятно, здесь некие критерии адекватности есть. Правила взаимного обмена. Что люди так устроены, что мы обязаны постараться отплатить каким-то образом за то, что нам предоставил другой человек. Соответственно, мы стараемся сначала дать клиенту какую-то ценность. То есть, если мы сначала что-то ценное для клиента дали, ценную информацию, какую-то бесплатную услугу, подарок, либо просто хорошо проконсультировали его, то у нас уже клиент чувствует себя в какой-то степени нам обязанным. И у нас отдача будет гораздо выше от работы с ним. Правило «отказ, шаг назад». То есть мы сначала предлагаем что-то дорогое и потом как бы делаем уступку. Ну ладно, за 10 долларов не готовы взять, но возьмите хотя бы за 5 там, или за 2 вот это. То есть хотя бы какой-то... То есть если мы предлагаем что-то дорогое, у нас должно быть что-то дешевое, к чему мы можем откатиться, если клиент скажет «нет, меня это не устраивает». Ну ладно, ну тогда хотя бы, раз уж вы пришли, чтобы не зря, ну, не зря время потратили, возьмите хотя бы там полотенце, шоколадки, либо что-то еще, чтобы клиент не ушел с пустыми руками. А почему это важно, мы сейчас скоро тоже с вами, я напомню. А почему начинаем с дорогого? Это с вами уже обсудили, что дорогое позволяет продавать более дешевые, намного эффективнее. Принцип последовательности. Если мы уже сделали какой-то выбор, то мы стремимся вести себя согласно обязательствам и оправдать это решение. И более того, то есть если человек один раз уже занял позицию какую-то, сказал, что вот я покупаю вот это, я хожу стричься в такой-то там салон красоты, я пользуюсь такой-то маркой там телефонов, моделью телефонов или чем-то, что-то еще, то дальше человек уже перестает активно думать, он начинает придерживаться принятого решения. При этом нередко оказывается, что на самом деле есть лучшее решение, есть более эффективное, но люди по инерции сидят, допустим, на какой-то старой CRM-системе, либо используют там что-то еще неэффективное, но просто по привычке. И здесь есть вот, соответственно, два правила и принципа для бизнеса, которые нам важны. Первое правило первой продажи, что переход от потенциального клиента, то есть который у нас пока еще ничего не купил, зашел к нам на сайт, в магазин, мы встретились с клиентом где-нибудь на там, его территории, нам очень важно переключить его в разряд купивших клиентов. При этом сумма не так принципиальна. Важно именно переход, что клиент занял позицию, сказал, что я, да, я ваш клиент, чтобы начал покупать. И после этого, после того, как клиент уже начал у нас покупать, наша задача сделать 4 продажи. То есть 4 продажи считается, что после того, как человек или компания купили у вас 4 раза, они протоптали дорожку, они сделали колею, которой будут придерживаться до тех пор, пока вы сильно не накосячите и они не будут вынуждены сменить вас на другого поставщика. Вот ряд принципов, которые мы с вами обсуждали. Мы тогда обсуждали это очень подробно. Это было 3 части, каждая часа по полтора, поэтому там очень много было. Я сейчас буквально за 7 минут обобщил этот 5-часовой опыт, который мы тогда проходили. Если актуально, то обязательно посмотрите записи. Там действительно много ценных вещей было. Хорошо, если есть вопросы по прошлому, можно их задать. Если нет, то давайте двигаться далее. Сегодня мы доразбираем с вами оставшиеся принципы, которые будут нам, по крайней мере, надеюсь, в большой степени
а полезные. На этом многие B2B-сервисы в интернете и погорели. Они привлекали кучу халявщиков, а потом они не монетизировались. Согласен, есть и обратная сторона. Особенно вот Но, Роман, здесь вот важный момент. То есть халявщик и покупатель. То есть, если бы мы поставили хотя бы минимальную цену, там, не вообще бесплатно, а 1 доллар, там, либо 10 рублей, если в рублевом каком-то формате работает система, за тестирование, за возможность что-то сделать, ну, что как-то попробовать продукт, это было бы совсем другое дело. Почему? Да потому что мы бы 90% вот этих халявщиков отсекли бы и не тратили ресурсы на их обслуживание. Офер не зацепил, возможно, но это проблема халявщиков в IT-сервисах, в обучающих программах в том числе, эта проблема действительно есть. В разных формах она звучит. Хорошо. Итак, давайте двигаться далее. Давайте двигаться далее. Завершающая часть. Первый такой важный общий постулат, который надо извлечь для себя из этой книги, что когда все думают одинаково, никто не думает слишком много. То есть, когда особенно мы работаем с большой статистикой, с большим количеством клиентов, то люди начинают все больше и больше действовать на автопилоте. И не, ну, то есть, не, если каждый конкретный вот пингвин с данной картинки может быть очень умным и принимать решения самостоятельно, то все вместе собранные, они начинают действовать крайне, крайне просто. Ими достаточно легко управлять. Наша задача понимать вот эти законы управления. Я тестировал минимальные цены. В B2B плохо работает. Надо сразу за деньги нормальные продавать. В B2B согласен. Я B2C имел в виду. Да, вы B2B отметили. То есть, если мы говорим про частных клиентов, там даже небольшие суммы делают существенное разделение. Лучше в первую продажу бонусов добавить. Ну, отлично, что вы это тестировали. У вас уже есть такой опыт. Так вот, поведение большинства людей, оно происходит на автопилоте. И есть ряд принципов, которые помогают этот автопилот использовать. Что-то мы с вами прошли, что-то сейчас доразбираем. Принцип социального доказательства. Принцип социального доказательства, что люди в ситуации, когда они не абсолютно уверены в своем выборе, когда у них есть сомнения, когда есть перегруз информации, когда тяжело принять решение, они смотрят на то, как действуют другие люди. Причем этот принцип работает невероятно сильно. Даже со взрослыми людьми, даже с теми людьми, даже в тех ситуациях, когда, казалось бы, выбор очевиден. Я вам хочу привести один пример, видеозаписи одного эксперимента, очень интересного. Вот смотрели ли, знаете ли вы этот эксперимент про белую и черную пирамидку? Напишите, пожалуйста, сейчас я включу видео. Если знаете, знаете. Угу. Все знают. Но нет, кто-то не знает, отлично. Ну, а те, кто знает, посмотрите еще раз. Угу. То есть, в чем состоял эксперимент? Давайте я сейчас включу короткий вариант этого эксперимента, вернее, видеозапись короткую. То есть, суть в следующем, что у людей сначала там показывается на примере детей, а потом, когда мы взрослые думаем, что мы такие умные, показывается пример взрослых, как это работает. Что ставятся две пирамидки и сажается группа людей. Вот пирамидки черные и белые. Явно черные и явно белые. Никаких сомнений быть не может. И сажается группа людей, там человек 7-9, и все подставные, кроме одного реального. Подставные начинают говорить, что это обе пирамидки белые. И когда доходит дело до последнего человека, то ну, вы сейчас увидите, что происходит. Давайте я включу видео, сейчас посмотрим.
Хорошо. Как вам этот эксперимент? Достаточно интересный эксперимент. Поиздевались над людьми, понятное дело. Но, да, сильный эксперимент. То есть он такой очень ярко показывает, как люди себя на самом деле ведут. И этот эксперимент, то есть люди себя так ведут очень во многих вещах. Они себя так ведут при совершении покупок, при выборе чего-то, они себя так ведут в коллективе. То есть с точки зрения технологии управления, то, о чем мы сейчас поговорим, это очень важный фактор. Потому что, да, при массовом самоубийстве, я сейчас расскажу про этот случай, кто-то из вас знает, может быть, что управлять большим... Есть такая проблема в управлении. Вот если вы у вас малый бизнес, и у вас, допустим, отдел продаж, и там 2 человека, или 1,5 человека, там, или 3 человека, что управлять коллективом в 2 человека намного сложнее, чем управлять коллективом в 5, 7, 10 человек. Почему это происходит? Вот если у вас сейчас, кстати, есть какой-либо коллектив небольшой, ну, такое обособленное подразделение, ну, например, отдел продаж, то надо срочно добирать туда людей. Почему? Потому что управлять одним, двумя, тремя людьми тяжело, потому что ты управляешь тремя индивидами. Управлять семью, там, пятью, семью, десятью людьми уже намного проще, потому что ты управляешь одной субстанцией коллектив. Там немножко другие правила, но, собственно, вот эти субстанции мы сегодня и разберем. То есть как идет управление массовое. Это я к чему веду, что если у вас вдруг мало чего-то, мало людей, там, мало клиентов, то всегда это надо наращивать. Почему? Потому что вы начинаете сильно упрощать себе жизнь. Вам с одним клиентом работать тяжело, допустим, продавать одному клиенту или двум клиентам. А вот когда вы посадите их сразу перед собой 5 клиентов, будет намного проще. Но это мы тоже с вами разберем. Итак, принцип социального доказательства, то есть где мы, как его можем применять. Разумеется, это отзывы, которые мы добавляем везде на сайт, в наши маркетинговые брошюры. Кейсы, то есть кейсы от отзывов отличаются тем, что кейс — это подробное детальное описание ситуации. Было так, потом сделали вот это, стало вот так, вот такой-то эффект. То есть отзыв — это, как правило, ну, то, что написал либо сказал неструктурированный клиент. Кейс — это подробно описанная ситуация, в которой новые потенциальные клиенты видят себя. Создание толпы. Если у нас есть розничный магазин, либо, ну, точка, куда люди могут прийти, для магазина нет ничего лучше, чем создать толпу. Почему? Потому что толпа обладает эффектом магнетизма. Толпа сама притягивает новых клиентов. Поэтому, понимая это, мы делаем следующее, что если у нас стоит розничный магазин, мы какими-либо акциями, суперпредложениями создаем толпу, и дальше эта толпа начинает сама притягивать новых людей. Люди проходят, видят толпа, о, там, наверное, что-то интересное, и идут тоже туда. Поэтому смотрите, где и как вы можете создать вот этот эффект толпы. Причем нередко его можно создавать и в, допустим, онлайн-пространстве за счет того, что большое количество лайков, большое количество комментариев и прочее. Принцип конкурса красоты. Принцип конкурса красоты. Это, например, конкурс, когда мы отбираем сотрудников. Вот кто-то из вас уже применяет конкурс при найме сотрудников? Напишите, пожалуйста, есть ли у кого-то такой опыт. Ну, мы с вами достаточно давно, уже, наверное, больше года полтора назад разбирали технологию проведения конкурса в отделе продаж. Может быть, далеко не все тогда с нами были. Но в прошлом году набирал, Николай пишет, было круто, отлично, Николай. Сам не применял, но видел. Ага, не знаю, как его проводить. Ну, я сейчас весь его не буду повторять, технологию проведения конкурса, то есть как эффективно набирать сотрудников. В двух словах, если мы начинаем беседовать каждого конкретного сотрудника, допустим, нам надо взять человека, мы назначаем собеседование, человек приходит к нам, и мы его беседуем минут 30, допустим, и потом он еще уходит, думает, что а вдруг это не лучшее место, а вдруг больше зарплату где-то приводит. Да, классный вебинар в 15 году осенью проводил именно по найму. Была такая тема, спасибо, Николай.
В записи, может быть, есть в записях, доступных в архиве клуба, может быть, просто можно там докупить оптом все записи. Так вот, каждый конкретный человек, он сомневается, он не очень-то хочет к вам приходить. Мы тратим кучу времени на эти собеседования, человек не приходит, мы договариваемся, что он выйдет завтра, завтра он не выходит. В общем, куча проблем. Все очень сильно упрощается, когда мы начинаем понимать вот этот вот принцип управления толпой, что гораздо эффективнее создать толпу. Поэтому мы нагоняем одновременно большое количество людей. То есть вместо того, чтобы собеседовать каждого персонально, мы одновременно приглашаем там 10, 15, 20 человек, сколько вы сможете нагнать. И вот они собираются толпой в каком-то кабинете, и мы выходим и говорим: здравствуйте, да, вот мы компания такая-то, приветствуем вас, и сегодня у нас конкурс на такую-то позицию. Мы очень серьезно относимся к подбору команды, поэтому берем только лучших. У вас здесь 20 человек, мы возьмем двух лучших. Сейчас будет конкурс, он будет проходить так-так-так, ну и дальше некую процедуру конкурса рассказываем и проводим. Ну вот, повторюсь, в том вебинаре очень подробно я это рассказывал, видео даже показывал, я один из конкурсов таких записал, который я проводил. Это сразу все ставит с ног на голову. Если до этого они приходили и сомневались, что а вдруг это там не лучшее место, а может быть мне еще походить посмотреть, то здесь, когда есть вот это социальное доказательство, да еще и дефицит, что возьмут только двух из 20, они реально начинают бороться за место. И там уже не стоит вопрос, выйдет, не выйдет. Там уже наоборот, кто именно выйдет, и как быстро, и кто покажет себя с лучшей стороны. Это чтобы быдло набирать. Нормальный человек в такой ситуации посмеется, пойдет по своим делам. Это не так, Айгуль. Вы так никогда, видимо, не делали и судите, ну, не попробовав. Это совершенно нормально, за исключением найма топ-менеджеров, типа генерального директора. Это совершенно нормально работает. Но скажу так, у вас это не работает, вы говорите. Я это делал много раз и у себя в своих компаниях, и у своих клиентов. То есть это даже не десятки, ну, не единичные случаи, а десятки раз. Поэтому просто, скорее всего, вы пока еще не умеете этим инструментом пользоваться, я предположу. Но можете сказать, что это все не работает, ну, хорошо. Да, вот здесь кто-то, я не один такой, поэтому не значит, что... Наверное, у кого-то это, кроме меня, тоже работает. Хорошо, но это ваш выбор. Можете решить, что это не работает, и мы так делать не будем. Другой пример конкурса красоты. Точно так же мы в бизнесе, в арендном бизнесе. То есть у меня один из бизнесов, проект «Территория инвестирования». Там большое количество направлений. Мы занимаемся и строительством, и обучением, и в том числе... То есть и девелоперские проекты у нас есть. Вот сейчас в Уфе идет очень такой серьезный проект. И в частности у нас там есть одно из подразделений, которое занимается управлением арендной недвижимостью, управлением доходной недвижимостью. Там у нас под управлением примерно 140 объектов в Москве и Московской области. И... Дмитрий, ну, есть некоторые записи за последние полтора месяца и кое-что из предыдущего доступно в архивах бизнес-клуба. Вы можете зайти просто в личном кабинете, посмотреть. Если сейчас что-то непонятно, то в поддержку напишите, вам сбросят ссылку. Либо можно просто купить все записи бизнес-клуба за все там более чем полтора года. Там очень много материалов. Вам хватит на год вперед изучать. Так вот. Мы точно так же действуем при, допустим, нагоне арендаторов. То есть, если нам надо сдать квартиру, сдать коммерческое помещение, сдать что-то еще. Если мы приглашаем одного человека, то у нас всегда сложность. Он придет, так, ну, я пойду еще посмотрю, может, это не лучший вариант и так далее. Что мы делаем? Мы делаем конкурс красоты. Мы сразу всех потенциальных арендаторов приглашаем на одно время. И вот то, что Айгуль говорит, нормальный человек уйдет, не уйдет, ну, нам совершенно все равно. То есть это действует, вот как в случае с пирамидками, то есть это действует на статистике, это дает очень хороший результат. Да, каждый конкретный, вот как мы начали с пингвинов, каждый конкретный человек, ну,
Айгуль, хорошо, вы считаете, что это вот действует только в Белдорадо? Ну, ваш выбор. То есть вы всегда выбираете, либо вам учиться и осваивать что-то новое, либо сказать, это не работает. Ну, так проще, но ваш выбор. Не буду убеждать. То есть с арендаторами работает точно так же очень хорошо. Продажа машин работает великолепно. То есть когда приглашается одновременно несколько клиентов. Продажа чего бы то ни было существенно упрощается за исключением совсем топовых проектов, либо за исключением сверхдорогих вариантов. Мне отдел продаж в серьезном B2B наняли. Им сделал выручку 50 миллионов баксов в год. Круто, 50 миллионов долларов – это серьезные деньги. Поздравляю вас, Роман. Да, то есть надо как минимум понимать, как это работает, желательно уметь этим инструментом пользоваться. Это как мартышка и очки. То есть если ты не умеешь пользоваться, мартышка говорит, что очки это какой-то бред, давайте их разобьем на всякий случай. Но желательно научиться их готовить. Закон 5%. Переходим постепенно к управлению. Есть такой закон 5%. Слышали или нет, кстати? Это очень важный закон для вас как управленцев. Нет? Угу. Ну, это закон управления толпой. Это что если 5% начинает, есть большая толпа, неважно, толпа сотрудников, и вот если вы думаете, что это работает только там на низкоуровневых сотрудниках, совершенно нет. Толпа там демонстрантов или что-то еще, и вы хотите заставить толпу делать что-то, вам надо иметь 5% примерно подтасованных людей, которые одновременно начнут синхронно что-то делать. Если это произойдет, то есть 5% толпы одновременно начинает что-то делать, и вся остальная толпа устремляется за ними. Это очень простой инструмент управления толпой, который надо понимать, как работает. Ну, в частности, на животных. Если в табуне лошадей испугать 5% особей и пустить их в бегство, весь табун сорвется, ломанется за ним. Если 5% там, светлячков на луге синхронно вспыхнут, вспыхнет весь луг. Бараны там и так далее. Вот, может быть, вы думаете, что люди сильно ушли от баранов. Нет, это не так. Примеры вот из таких крайних разных областей. Вот кто-то про самоубийство сказал. Может быть, знаете, есть такой даже феномен Вертера. Кто-то слышал, нет? Феномен Вертера. То есть есть у Гёте великий роман «Страдания юного Вертера». Ну, роман про молодого человека, который там влюбляется в девушку, ну и это происходит некое действие, но заканчивается все печально. То есть она там выходит замуж, не за него, он страдает, 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 и потом кончает жизнь самоубийством. Так вот, в чем феномен Вертера заключается, что когда эта книга вышла в свет и обрела некую популярность, количество самоубийств возросло в невероятной степени. Почему? Потому что у людей появилось некое социальное доказательство и пример, как можно действовать. Что, о, написали в книге, вот так все описано, отлично, давай-ка мы тоже будем так делать. Давайте ближе к таким бизнесовым и деловым ситуациям. Теория разбитых окон. Кто из вас знает теорию разбитых окон? Либо, ну, слышал или не слышал? Угу. Какие вы продвинутые, я вами горжусь. Очень приятно. Принцип разбитых окон в следующем, что если в доме разбилось одно окно, и его очень быстро не починили, очень скоро целых окон не останется вообще. То же самое, если чистая лужайка, либо чистый асфальт, и там кто-то бросил какую-то бумажку, бутылку, что-то еще, сейчас объясню. Очень быстро все превратится в помойку. Почему? Потому что признаки беспорядка провоцируют других людей на беспорядок. То есть другие люди, смотря, идут и видят, что валяется какой-нибудь стаканчик грязный посреди асфальта. О, ну, видимо, все так делают. Ну, значит, и мне можно. И это начинает провоцировать. Плохой пример начинает, как снежный ком, порождать все больше и больше и больше других плохих примеров. Причем здесь идет еще расширение принципа. То есть, допустим, если человек там увидел, что валяется, ну, где-то что-то нарушается, допустим, нарушение порядка, видим, что где-то кто-то пролез
без очереди, или перешел светофор там, на неположенный свет, или что-то еще. Это начинает порождать у людей в голове следующие мысли и поведение, что ага, нарушать порядок это нормально, значит можно здесь, он нарушил в этой области, а я где-то еще нарушу, и это нормально. То есть плохой пример начинает порождать большое количество других нарушений. И это очень важно понимать, что, вот черт знает откуда нанесут всякой дряни, это именно поведение, что если вокруг сложился такой образ, что допустимо такое поведение, а как он складывается? Он складывается из таких мелочей. Мы сейчас разберем, дойдем до бизнеса, как с этим работать. Или брошенная машина. Как только разбили ей стекло, через пару дней ее в хлам превратят. Совершенно верно. Причем более того, она начнет заражать и другие машины. И другие машины тоже начнут бить потихоньку. То есть это очень важно на себе, на своем примере, на своем бизнесе иметь в виду. Сейчас разберем как. Ну, кстати, в этом здесь есть ряд таких очень интересных примеров. В частности, Нью-Йоркское метро в конце 70-х годов прошлого века, когда оно было все в граффити. То есть метро опустилось до очень низкого уровня и поставили начальника нового метрополитена, который вместо того, чтобы там закупать новое оборудование, новые поезда и так далее, он сказал следующее: мы будем каждый день отмывать все граффити. Они начали это делать. То есть в конце туннеля каждый поезд загонялся на мойку и все там мыли, 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 оттирали. Ночью перекрашивали то, что покрасили совсем сильно. И оказалось, что это начало очень быстро, все поезда стали чистенькими и их перестали перекрашивать. То есть люди увидели, что ага, здесь так не принято, здесь все чистенько, значит надо так и оставлять. То есть были приложены усилия один раз, да, надо было включиться, чтобы задать новый порядок вещей. Но задав этот новый порядок, они очень сильно упростили себе жизнь на будущее. Далее. То есть решение в чем заключается? Решение проблемы разбитых окон. Ну, сначала проблема в бизнесе. В чем она заключается, например? Что если люди видят один-два раза, что можно не заполнить какой-то документ, например, не заполнять клиентскую базу, а это начнет нарастать. Если они увидели, что где-то непунктуальность, это начнет нарастать. И так далее. И как с этим бороться? То есть быть внимательным к мелочам. Ловить на каждую мелочь, не оставлять без внимания. И требовать от людей, требовать порядка на рабочем столе, порядок в документах, порядок ведения базы данных. И это требование порядка во всем начинает распространяться на всю компанию, на все области ее деятельности, на все бизнес-процессы, на отношения с клиентами и так далее. И наоборот, как только мы начинаем допускать, что, допустим, человек вечером уходит с рабочего места и оставляет его грязным. Там какие-то крошки, немытая кружка, что-то еще. Вроде мелочь, это его дело, а ничего подобного. Понимая вот эту психологию поведения людей, для вас это должен быть четкий красный сигнал, красная лампочка загораться, что здесь начинает провоцироваться хаос. В этой мелочи, что это не просто проблема этого человека, он этим своим поведением начинает других провоцировать на хаос, причем не только в немытой кружке, а и в других вещах. И быть в этом плане жестким, не допускать таких вещей ни в коем случае. Иначе в противном случае у нас начинает хаос нарастать как снежный ком. То есть увидели, допустим, что-то не так, мусор, где-то разбитое окно, сразу же это чиним, не допускаем. Какие у нас бывают разбитые окна в бизнесе? Ну, например, грязный прилавок, плохо выставленный товар, кривые ценники, непродуманное меню в ресторане, невежливый сотрудник, долгое ожидание на телефоне, что я звоню и жду там 5 минут или 7 минут или сколько-то еще. То есть вот все вот эти вещи, они запускают феномен разбитого окна в бизнесе и начинает нарастать хаос, с которым бороться все сложнее и сложнее. Гораздо проще это сразу же пресекать, сразу же чинить, как только мы это видим.
Еще несколько таких примеров из разных областей. Эффект невежества толпы. Эффект невежества толпы, что на улице вдруг какому-то человеку становится плохо. И происходит следующая вещь, что если рядом проходит большая толпа, вот статистика, ну чем интересна вот книга «Психология влияния», там очень много задокументированной статистики, экспериментов. Статистика следующая. Вот человеку стало плохо на улице. Если вокруг толпа, ему помогли только в 31% случаев. Когда, если рядом просто проходит один человек, то он помогает в 85% случаев. То есть, почему это происходит? Ну, люди идут и думают, что, ну, раз никто не бросается ему на помощь, значит, и мне не надо, значит, наверное, все в порядке. Чего это я буду не как все? Это, вспоминаем, пирамидка черная-белая. Он видит, что черная, но все-то говорят белая и ведет себя как все. И никто не помогает, при этом не понимая, что у остальных такая же логика. И наоборот, каждый конкретный человек, он, когда понимает, что требуется действие конкретно от него, он намного более в этом плане полезен. Был такой пример, который как раз разбирается в книге «Психология влияния». Убийство в Нью-Йорке, которое наблюдало 38 человек из окон, причем длительное убийство. То есть, когда убийца носился по улице за жертвой с ножом, она там несколько раз пряталась, он ее находил, пырял 3 раза ножом в течение получаса. И все эти полчаса 38 человек из разных домов в окна это смотрели. И никто не позвонил в полицию. Хотя ее можно было бы спасти, ну, все шансы были. Почему? Опять же, вот этот эффект невежества толпы. Человек, каждый конкретный человек не делает никаких действий, потому что ожидает, что это сделает либо кто-то другой, либо это не его дело. Самое ужасное, если собственники провоцируют хаос. Да, совершенно верно. Это тогда, в принципе, шансов у бизнеса нет, к сожалению. Как нам это применять у нас? Допустим, у нас есть наш коллектив, мы проводим совещание и говорим, давайте сделаем вот это. Все, да, давайте, все делаем, да, отлично, разошлись, через неделю встретились, что сделали? Ничего не сделали, причем никто. Почему? Да потому что вспоминаем, что так толпой управлять нельзя. Никто ничего не будет делать, если не требовать конкретики. То есть в случае там с человеком рекомендация, которому стало плохо, рекомендация следующая. То есть обратиться к кому-то конкретному. Вот вы, мужчина, там в зеленой куртке, подойдите ко мне, пожалуйста. Все, тогда уже становится ситуация однозначной, человек начинает помогать. В данном случае у нас в бизнесе мы говорим, что так, вы делаете вот это, вы делаете вот это, вы вот это. То есть распределяем конкретные задачи с конкретными сроками, конкретными обязательствами. Все. В данном случае это становится намного более рабочей схемой. Личная ответственность, если она не определена, результаты низкие. Работа с инновациями. Давайте с другой немножко стороны посмотрим на этот вопрос. Внедрение тележек в супермаркетах. Когда были изобретены телеги в супермаркетах, это был, кажется, 1967 год, произошел следующий эффект. Опять же, вспоминаем эффект невежества толпы. Тележки поставили в супермаркете. Было очевидно, что ими пользоваться удобно. Дали их людям, но никто ими не пользовался. Никто не брался за них. Почему? Ну, потому что это что-то новое, непонятное и так далее. Как вы думаете, как была решена эта проблема? То есть, как решить такую ситуацию? Если у нас есть какая-то инновация, которой люди не хотят пользоваться, потому что это инновация. Примером, ну, в случае с супермаркетом, что бы вы предложили сделать? Начали своих попросить, да, дали несколько подставных людей, которые ходили по кругу с телегами. Все, сразу же все остальные, о, тут ходят с телегами, вот так, все, я тоже буду ходить. То есть, что, как мы это можем использовать? Мы показываем нашим клиентам,
как надо себя вести. То есть показываем опытом других людей. И ну, в данном случае вот были подставные люди, и это действительно достаточно часто применяется. Телевидение, вот Николай пишет, телевидение. В телевидении где это применяется? Где вы видели примеры такого, такой ситуации, когда используются подставные люди для чего-нибудь? Видели в сериалах юмористических закадровый смех? Слышали? Вот казалось бы, ну что за идиотизм? Что вот за кадром кто-то там смеется. Вроде бы бред. Но это работает. То есть это не просто так сделано. То есть не надо считать идиотами тех людей, кто это сделал. Они очень четко понимают, какой эффект это дает. Что если за кадром идет смех, у людей люди начинают больше смеяться и больше смотреть. В ресторанах нанимают девушек, чтобы они сидели за столиками и танцевали. Например, давайте как раз разберем дальше этот момент. Физическая привлекательность. Что нам, людям, свойственно автоматически приписывать красивым людям положительные качества. Талант, доброта, честность, ум и так далее. То, что может быть далеко не факт, что это на самом деле так, но мы автоматически начинаем это приписывать людям. И если мы это понимаем, то, соответственно, мы можем это использовать. Ну, в частности, давайте какие-нибудь примеры покажу. Машина. Вот оказалось, что оценка автомобилей, если там рядом стоит красивая девушка, намного выше, чем оценка автомобиля того же самого без девушки. Ну, для мужчин, разумеется. Вот таких вещей очень-очень много. То есть надо смотреть. И в частности, физическая привлекательность, причем проводилось много экспериментов, она влияет на все. Красивых людей больше принимают на работу. Судьи выносят лучшие решения, чаще в их пользу. И, в частности, эффективность продавцов, людей, которые работают с клиентами, физически привлекательных, намного выше. Это к чему? Что нанимать красивых людей, что, ну, привлекательных, как минимум, людей. А по крайней мере, на те сферы, где идет работа с клиентами, которые заходят со стороны. Почему? Да потому что это будет способствовать, вы включаете вот эти законы психологии поведения людей, они начинают играть на вашей стороне. Вроде бы очевидно, но далеко не всегда, потому что, например, посмотрим на магазины, и мы очень часто увидим, что в магазинах, в ресторанах стоят хмурые, тоскливые, некрасивые люди. Но не обязательно физически некрасивые, там какие-то изъяны, но некрасивые в том плане, что они хмурые, они печальные, они злые, и ты, ну, понятно, что они отталкивают других клиентов. Да, и нам, то есть, как нам это использовать? Нанимать, это разные задачи. То есть, да, я как-то советовал и нанимать некрасивых тоже, но красивых на общение с людьми, давайте так, привлекательных. Не обязательно суперкрасивых, но привлекательных людей. И ставить это как один из важных критериев человека при найме. Да, но есть и разные ситуации. В частности, в Макдональдсе, да, я давал другую рекомендацию, другой приводил пример. Но, тем не менее, это же касается и работы внутри коллектива, что другим людям будет приятнее находиться в обществе приятных людей. И особенно смотрим на какие-то ярко контрастирующие неприятные качества. Ну, если человек неопрятно одет, если он как-то там не причесан, если от него странно пахнет и так далее. Иногда это игнорируется, это большая ошибка. Сходство. Нам нравятся люди, похожие на нас. Как нам это применять, то есть прежде всего интересоваться нашими клиентами. То есть хороший продавец всегда интересуется у клиента, что ему, чем он занимается, какие-то дополнительные вопросы ему задает, чтобы найти точки соприкосновения, что я такой же, как и ты. Потому что когда находится, допустим, что я занимаюсь триатлоном, и кто-то еще занимается триатлоном, это сразу общность, что, о, этот человек похож на меня, он сразу мне больше нравится.
Это стоит использовать. Сейчас, благо, есть соцсети, можно все что угодно узнать. Да, причем иногда, ну, какие-то совершенно абсурдные ситуации бывают, что человек приходит куда-то устраиваться, а потом у себя в соцсетях пишет, что я там ненавижу, приходит устраиваться в ресторан, а потом я ненавижу рестораны, ненавижу работу с людьми и так далее. И кажется, ну, думаешь, ну, зачем же ты? Да, совсем, что ли, глупый. Вот Роман пишет, иногда лучше бы ты этого не знал. Точно. Так, хорошо, про знакомое. А нам нравится то, что нам знакомо. В телерекламе принцип примерно такой, что надо показать 27 раз что-то, то есть дать не менее 27 показов чего-то, чтобы это стало для человека знакомым и стало существенно влиять на его принятие решения. То есть чем больше клиент о нас слышит потенциальный, тем больше у него приверженность к нам. Почему? Да просто потому, что мы для него звучим уже знакомо. И когда у него встанет выбор покупать, допустим, у нас или у конкурентов, то при прочих равных приоритет будет в сторону того, кого он больше знает. Именно поэтому мы внедряем систему многократных касаний, особенно на этапе выбора. То есть, если человек к нам постучался, допустим, запросил у нас прайс-лист на нашу продукцию, либо на наши услуги, и мы ему просто выслали прайс-лист и забыли о нем, это не очень хорошо. Что намного эффективнее? То есть, начать регулярно его касаться, слать ему дополнительное предложение на e-mail, перезванивать неоднократно, смс-ки и так далее. Зачем? Потому что это существенно влияет на его выбор, на принятие решения. Почувствовать товарищем по команде. Эффект в следующем, что если мы с кем-то чувствуем общность, что мы в одной команде, этому человеку мы доверяем намного больше. Как это работает? В случае с особенно тяжелыми, сложными продажами, дорогими, покупка автомобиля, покупка квартиры и так далее. Человек приходит что-то покупать, и менеджер ему говорит: вы знаете, давайте я вот сейчас схожу к боссу и попробую выбить вам дополнительную скидку. Он уходит к боссу, сидит там 5 минут, попивает чай, возвращается, такой весь взмочаленный, уставший. Говорит, ну, тяжело очень было, но дополнительно вот вам 2% скидку выбил, только для вас специально будет. Все, он уже на моей стороне, я ему доверяю намного больше, я буду у него покупать намного, ну, с гораздо большей вероятностью. Роман пишет, меня так последнее время продавцы мебели касаются. Может быть. А сейчас народ продвинутый пошел в LinkedIn под своим именем, а в Фейсбуке кто-то другой. Ну, мало ли, кто как. То есть вы всегда не преувеличиваете умность людей. То есть вот Айгуль, которая скрывается под каким-то другим именем, возможно, каждый конкретный человек в индивидуальной ситуации, да, он уникален, да, он может что-то умное сотворить. Но когда мы работаем с толпой, со статистикой, оказывается, что все намного проще. Просто мы отрезаем вот эту уникальность и оставляем общую массу, там 95%, которые дают основные обороты, основные результаты. И с толпой намного проще. Эффект распродажи. Плакаты распродажи сам по себе, то есть когда мы вешаем плакат акции, распродажа, увеличивает продажи, даже если реальной выгоды для клиента нету. Почему? Да потому что нам знакомо, что распродажа равно сэкономить. И люди на это реагируют, даже если на самом деле это не совсем так. Блеск звезд и авторитетов. Если рядом с нами есть какой-то авторитет, то его блеск, сияние начинает отражаться и на нас. То есть вот роль авторитетов нельзя принижать и очень ценно, если вы учитываете. Ну вот здесь примеры, это здесь мы там ужинаем с Робертом Кийосаки, справа с Ричардом Брэнсоном. На Ютубе, кстати, есть коротенькое интервью, я тогда с ним записал. Это я вам просто как пример, как, допустим, в одной из моих областей это может работать. И точно так же в вашей индустрии вы можете находить звезд, которые начинают влиять на
принятие решений людьми в вашу пользу. Почему-то. Потому что у вас авторитет выше. То есть как получается авторитет? Какие вещи? Это звания, титулы, награды, публикации, телевидение и радио, фото с другими авторитетами. То есть инструментов много. Вопрос, задействуете вы их у себя или нет. С Трампом я тогда не полез, не задался целью сфотографироваться. Хотя вот сейчас думаю, а зря, было бы фото с президентом Америки, круто было бы. Я в Лондоне пересекался с Дональдом Трампом. Действительно, было его выступление. И там была большая часть, как бы на большой зал, и потом закрытая часть. В принципе, возможность была, но вот упустил. Ну, уже махнул рукой, то есть как-то неохота было, что-то я уставший был. Там надо было, ну, надо было просто приложить усилия. Не приложил, а так была бы фото с президентом Америки. Дэн Кеннеди постоянно говорит, нужно что-то изобретать. Достаточно посмотреть на IKEA, Макдональдс, постоянно что-то придумывают. Ну, конечно, надо придумывать что-то. Но Дэн, он работает в основном, основная клиентура Дэна Кеннеди и направлений – это малый бизнес. Я не слышал, чтобы Дэн работал с крупным бизнесом. То есть я был на нескольких конференциях разных у Дэна Кеннеди в Америке. Действительно, это мощные мероприятия, и сам Дэн мощный мужик, но... Насколько я знаю, с крупными компаниями он не работает. У него немножко иная специфика. Так, дальше. Двигаемся с вами дальше. Причем работает даже псевдоавторитет. То есть даже в тех случаях, вот казалось бы, опять же, ну мы же умные люди, это же не сработает, если человек там более продвинутый, ничего подобного. Пример это... псевдоавторитеты. То есть псевдоавторитеты это, например, актеры, которые играют врачей. Вот Доктор Хаус. Кто-нибудь смотрел сериал такой был Доктор Хаус? Там Хью Лори потрясающе играл. Ну вот кто-то смотрел, кто-то не смотрел. Затягивающая такая штука. Там главный актер очень такой сильный. И когда актер, играющий врача, например, начинает в рекламе что-то рекламировать, связанное с фармацевтикой. Казалось бы, но ведь это же все понимают, что это актер, что это не настоящий врач, что у него нет медицинского образования и так далее. Он просто играл в сериале про врачей. Но, тем не менее, это очень существенно поднимает продажи. То есть это вот к вопросу о влиянии авторитетов, которые имеет смысл стараться применять и у себя. Авторитет одежды. Тоже такая мелочь, которая мелочью не является. Но в нашем случае это, допустим, деловой костюм. То есть людям, конечно, зависит от специфики бизнеса. Понятно, что в деловом костюме автослесарь где-нибудь на шиномонтаже или кто-то еще, где-то еще, это будет странно смотреться, но сам по себе деловой костюм прибавляет вам привлекательности в глазах клиентов. Ну, и, разумеется, если это применимо. То есть смотрите, какая форма одежды, та форма одежды, которая есть в вашем бизнесе, она добавляет авторитета вам, либо не добавляет. Форма одежды ваших людей, которые коммуницируют с клиентами, как они выглядят. Это важно. Авторитет знатока в ресторане. Вот такой секрет, который очень хорошо работает в ресторанах. Это из «Форс-мажоров». Да, есть такой отличный сериал, «Сьютс» по-английски называется. Собственно, как костюм, сьют. По-русски перевели «Форс-мажоры». Очень интересный сериал. Посмотрите. Ну, по крайней мере, несколько вот первых серий можете глянуть. Там крутые примеры и переговоров, и построения таких сложных бизнес-схем разобраны. У официанта... Официант спрашивает что-то у клиента, что тот хочет заказать, а тот говорит, ну, я хотел бы вот это. И официант говорит примерно следующее. Вы знаете, я боюсь, что сегодня это блюдо не так хорошо, как обычно. А могу ли я порекомендовать вам вот это, либо вот это? И рекомендует что-то, что стоит дешевле, чуть дешевле, чем то, что изначально выбрал человек. Казалось бы, что ну зачем так, ведь человек готов был заплатить больше, выбрав более дорогое блюдо. Но
этот официант сразу получает авторитет, сразу доверие к нему намного выше. Это работает далеко не только в ресторанах. Точно так же при выборе, допустим, мебели, при выборе техники, при выборе чего-то еще. Если человек что-то выбрал, и наш менеджер говорит, вы знаете, есть чуть более дешевая модель, но при этом она ничуть не хуже, а даже вот лучше по ряду параметров. Я бы рекомендовал ее вам. Все. Сразу этот человек, этот менеджер для нас, для клиента авторитет. Почему? Да потому что он позаботился о нем, он показал какую-то, как можно сэкономить, проявил, рассказал какие-то дополнительные вещи. Все, вот такой простой эффект, который, посмотрите, а как вы можете у себя добавить вот этот вот эффект авторитета знатока. Принцип дефицита, ну, который, наверное, многие из вас знают, но вопрос, применяете ли вы это в своем бизнесе, что то, чего мало, является наилучшим, а утрата для нас самая ужасная. То есть, если чего-то в дефиците, люди стремятся получить это гораздо больше. Какие мы можем ставить варианты дефицита? Время, допустим, что специальные условия только до 20 января. Количество. Акция 20 квартир со скидкой 15%, но только вот 20 квартир для первых 20 покупателей. Применяем. В прошлый понедельник об этом говорили. Отлично, Игорь. Количество бонусов. То есть варианты дефицита могут быть разные, но смотрите, как вы применяете. Вот, допустим, недавно книжку покупал на магазине Литрес, электронную книжку. Сразу же предлагается, хороший, кстати, пример апсела такого, сразу же предлагается скидка 20%, если вы в течение 14 минут купите что-то еще. И тикает таймер такой на сайте. Вот таймер на сайте мощная штука. Можете встраивать его, причем в автоматическом режиме. То есть, как только клиент заходит на сайт, у него автоматом начинает тикать таймер сверху. И что до окончания чтобы приобрести товар либо услугу на специальных условиях, у вас осталось там 27 минут. Ну вот как в данном случае 15 минут давали. То есть, естественно, это на статистике существенно повышает результативность. Как работает принцип дефицита? Вот тут давайте разберем психологию, то есть как внутри это срабатывает. Мы судим о качестве предмета либо услуги по доступности. Вспоминаем конкурс красоты. Почему работает конкурс красоты? Да потому что, когда человек приходит просто один на собеседование, он судит в одном ракурсе, что я тут выбираю, тут дефицита нету, в любом случае есть возможность попасть на это место, либо не попасть. Когда он приходит и там 15 других людей сидит, это уже дефицит, он может это упустить. И сразу же привлекательность для него этого предложения становится намного выше. То есть мы, по сути, всего лишь существенно повышаем такими конкурсами привлекательность нашего предложения в глазах клиента, ну, например, в глазах соискателя. Почему это работает? Да потому что, когда есть дефицит, уменьшается степень нашей свободы. То есть мы понимаем, что у нас есть риск не получить это, а мы ненавидим терять свободу, которая у нас есть. То есть если до этого у нас была свобода выбора, а тут она начинает сокращаться. И когда что-то ограничивает наш выбор, то вот эта потребность сохранить свободу заставляет нас желать это значительно сильнее. То есть дефицит существенно усиливает желание получить то, что в дефиците. Дальше задача всего лишь вот выстроить этот эффект дефицита. Либо это можно сделать в любом формате. Это может быть там ограниченные предложения, ограничения по времени и так далее. Вот исследование по маленьких детей. Очень такое интересное, яркое, что маленький ребенок запускался в комнату, где лежало две идентичных игрушки. И они просто лежали. И ребенок с равной вероятностью, на опять же большой статистике детей, там сотни детей, они примерно с равной вероятностью ползли к одной или к другой, какая им больше нравилась почему-то. Но как только возле одной игрушки ставилось препятствие, например, прозрачное препятствие, то есть ребенок видел, что там за препятствием есть игрушка,
Но надо преодолеть препятствие. В три раза больше была вероятность, что он, ну, то есть в три раза больше детей ползло именно к той самой игрушке, которая за препятствием. Почему? Да потому что там как-то сложнее. Там то, что в дефиците, то, что за преградой, то намного более привлекательно. Эксперимент в оптовом бизнесе. Эксперимент, вот ошибка тут в слове сверху. Эксперимент следующий проводили. Опять в психологии влияния описано, что прозвонили клиентов. Оптовый бизнес, торговали, ну, неважно чем, продуктами питания некими. Прозвонили клиентов, розничные магазины, и сделали им три разных предложения. То есть разбили на три группы, и сделали первой группе стандартные предложения. Второй группе сказали, что вы знаете, у нас поставки товара скоро кончатся. Поэтому вот если хотите купить, купите сейчас лучше. Это дало примерно плюс 100% к продажам. То есть продажи были в этой группе в два раза больше. И третья группа, ей сказали, что поставки кончатся. И это достоверные сведения из засекреченного источника. В этом случае, когда еще и информация была дефицитная, продажи были в 6 раз выше. То есть казалось бы, что ну как же так, B2B сегмент не должно работать. А нет, вот оказывается, это работает и в B2B сегменте. Поэтому смотрите, где и как вы применяете, либо будете применять все вот эти вот принципы. Где вы примените принцип дефицита, принцип технологии управления в плане того, что мы сейчас разобрали с вами по управлению толпой. Очень важное, на мой взгляд, теория разбитых окон и так далее. Ну что ж, друзья, в завершении, то есть мы закрываем с вами тему, которую разбирали на четырех семинарах постепенно, тему психологии влияния в бизнесе, что следующей идеей, что очень многие решения принимаются людьми на автопилоте. И наша задача понимать, как действует автопилот людей в разных ситуациях и использовать это на благо своего бизнеса. Использовать в том плане, чтобы плыть по течению, а не против него. То есть не пытаться действовать так, что противоречит логике поведения людей, а наоборот задействовать эти законы себе на пользу. На этом от меня на сегодня все. Надеюсь, эта тема была для вас полезной, что что-то из этого вы примените. И встретимся через неделю. Спасибо, счастливо.